Темой питания только ленивый сегодня не занимается. Сотни научных открытий, тысячи рецептов и столько противоречивой информации, что люди теряются. Одни говорят, соль можно, другие говорят, соль категорически нельзя. Одни говорят, одно яйцо в неделю, другие говорят, можно яйца есть несколько раз в день. Я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. А, так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а? Хлебушек – это вообще отрава. Не, я сейчас горбушечкой отравился бы. Но правда, жрать охота. Не жрать, а есть. Чё? А ничего, что? Доктор, здравствуйте. У меня такая проблема. В последнее время вообще сил нет. Чувствую себя ужасно. Вообще как бы ни энергии нет, ничего. Мне всего 60, а я чувствую себя какой-то вообще дряхлой старухой. Ну что ж вы, милочка, так запустили себя. Ведь вам всего 60. Давайте разбираться. Что вы говорите? На завтрак, на обед, ужин? Какие продукты вы едите? Что предпочитаете? Что я ем? Ну, как, обычную еду. Да, хлеб люблю. На завтрак бутерброд, там, к супам. Ну, а чай, конечно, со всякими вкусняшками. Да, вкусняшки люблю. Да, и печенье, и конфеты. Угу. Ну, что я хочу сказать? Вот все, что вы едите, это откровенный мусор. Это все надо вот в топку, в печь. Сахар вредный, печенье, конфеты, хлеб. Будем менять ваше питание. С сегодняшнего дня вы начнете вот эти продукты употреблять в пищу. Я смотрю на все это, у меня прям душа поет. Тут же вся таблица Менделеева, и калий, и магний, и витамины, и В1, и В2, и В12. Все, что нужно нам для организма. Для красивых волос, для гладкой кожи упругой, для ногтей. Должно быть на столе 6 цветов. Белый, зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый. И вот вся аптека здоровья у вас на столе. И если я сейчас поменяю питание и начну есть вот это все, это поможет? Да ладно. Хорошо. Попробую. Питание является основным источником нашей энергии, а также оно влияет на гормональные процессы. И от этого зависит наше здоровье, наш внешний вид и наше настроение. И результат налицо. Прилив энергии и настроение просто супер! Секрет номер один. Если вы хотите выглядеть на 100 и также себя чувствовать, нужно оставаться в здоровых пределах. Сократите употребление сахара, особенно скрытого, потому что сахар содержится и в хлебе, и в колбасе, и в консервированной кукурузе, и горошке. А соусы так вообще изобилуют наличием сахара и вкусовых добавок, которые усиливают аппетит. Исключите из рациона употребление сладких напитков. Морсы, соки,
газировка и кофе с различными сиропами. Поддерживайте водный баланс. Нужно пить просто обычную чистую воду. И, кстати, вода вам подскажет, голодны вы или нет, потому что жажду легко спутать с голодом. Сократите употребление рафинированных и крахмальных продуктов. Это хлеб, белый рис, картофель и макароны. Если вы на месяц исключите своего рациона белый хлеб и замените его, например, гречневыми хлебцами, но это для тех, кто совершенно не может отказаться от хлеба, и сведете к минимуму употребление сахара, то через месяц вы заметите не только уменьшение сантиметров талии, но вы и почувствуете прилив энергии и ощутите совершенно другое качество жизни.